Значит, если ты не заметил, я сидел в засаде. Буквально 7 лет назад мы с Андреем эту песню записали. И после этого он уехал в Израиль. 7 лет с плеч. Некуда лечь. Каждый день я занят ремонтом крыши, и штопанием всяческих дыр. Целый день я занят ремонтом крыши, и штопанием всяческих дыр. Зашью последнюю дырку и придут любовь и мир. Если кто-то что-то ломает, значит, кто-то должен чинить. Если ты все время ломаешь, значит, мне придется чинить. Но кто сказал, что это закон, и здесь ничего нельзя изменить? Давай, Андрюха, зови! Если есть дверной сыр,
Нормально мы тут. Соблазны. Замечательная композиция. Стилизация потома Вейтса, но не настолько, чтобы обвинить его в плагиате. Тома Вейтса. По сторонам, здесь детство все тебе знакомо. Где соблазны ждут, ты знаешь сам. Да! Соблазны ждут на каждом шагу. Соблазны я устоять не могу. Чтобы соблазна избежать. Но искуситель знает, он силен и ныне. Он смог и там его достать. Соблазны святой Антоний с крестом в руках. Соблазны идут на длинных ногах. Yeah, Jerusalem.
цветы. Tony Bible TV Current Revelation in Jerusalem. Shalom. Salam aleikum. You can see Christians, Jews and Muslims living together in praise. Amen. Land shifting and praises. Baruch Atah Adonai. Baruch Atah Yerushalayim. Baruch Atah Adonai. Baruch Atah Yerushalayim. Cheer! Thank you.
стало нечего петь. Вытекли глаза и стало не на что смотреть. Остановилось сердце и все кишки наружу. И к тому же я скурил свою бессмертную душу. Но два аккорда я играю убедительно и гордо. И пускай на ногах стою не твердо, меня держит эти самые два аккорда.
Ни в какие ворота не влазящие. Не влазите. Да. Все. Андрюх приехал. Эх, сейчас будет полная хаванагила. Давай еще покрасим.